И, конечно, организаторам этого замечательного праздника, где можно еще рассказать, что мы очень любим университет, очень радуемся такой прекрасной возможности проявить себя. Спасибо, спасибо. Конечно, по традиции вообще у нас, когда четыре девчонки, можно целоваться. Вернитесь, пожалуйста, родители. Я вас сейчас. Тебе можно. Аня, прилюдно, пожалуйста, девчонки, остались. Целуемся. Под ваши аплодисменты. Наверное, девчонки попросили, я не виноват. Мне говорят, Миша, будет, можно целоваться. Спасибо, Миша. Миша, спасибо, отработал. Спасибо большое. Гонорары там потом получим. Друзья, что ж, мы продолжаем. И на эту сцену мы хотим пригласить еще одного гостя. Для того, чтобы он вручил награду в номинации «Лучшая радиопередача среди журналистов». Итак, я приглашаю на эту сцену диджея радиостанции Кекс ФМ Ивана Лебедева. Иван Лебедев, а вы хлопаете вам. Можно еще раз даже? Привет, друзья! Хочу, чтобы вы поддержали меня аплодисментами, соскучились по Бордеро. Вот! Фонарь светит мне в глаза, никого из вас не вижу. Специально оглядывал так по залу, смотрел приблизительно процентов 95, наверное, девушки, остальные ребята. Всегда завидовал парням с филфака, потому что они на нем учатся. Сам учился... Ну как учился? Год я поучился на аграрном факультете в РДН, все остальное время играл здесь в КВН. Кстати, в зале присутствует еще один представитель радиостанции Кекс ФМ, тоже человек, который был отчислен из РДН, подчеркиваю. Александр Сафронов, ваши аплодисменты. Человек, который выполняет заказы на волнах 89.9. Почему я заговорил про отчисленные? Сейчас объясню. А, друзья, не ходите на занятия. Не учитесь. Ваня, мы так не договаривались. Я объясню, почему. Я больше буду востребован как специалист по времени. Потому что в ваших глазах я вижу ту самую конкуренцию, которая сейчас уже так подпирает меня снизу. И мне каждый год приходится придумывать какие-то новые и новые вещи. Каждый год я стараюсь и с Сашей, и вообще радиостанция с открытыми, так, с открытой душой, с открытыми объятиями принимаем на стажировку ребят с журфака. Но я же не обманываю, серьезно. Я все правильно на протяжении нескольких лет. Мыслите широко, любите ваш факультет, любите профессию журналиста, и все у вас будет отлично и прекрасно. А теперь номинация. Самое главное вручить. Пока ты вручаешь, я хочу, чтобы тебе поаплодировали, потому что Ваня действительно всегда ждет наших студентов на практику. Серьезно, обращаюсь. Но в основном отчисленные приходят, конечно, на практику. А, нет, но они не могут отчисленные приходить, им же надо потом там печать поставить и сделать. Там сложно бюрократически. Да, да, очень сложно. Итак, внимание. В номинации «Лучшая радиопередача среди студентов направления журналистики» награждается радиосказка «Мишиные истории». Ваши бурные аплодисменты! Выходите, друзья, сюда. Мухаед Висан, Дарья Шестопалова, Валерия Жданкина, Айшан Шахгельдиева, Наталья Кузьмиченко и Наталья Шевцова. Простите, очень длинная и сложная фамилия. Все намного проще, да. Она одна идет, скромняга. Давайте девушкам поаплодируем. Айшан Шахгельдиева вышла на эту сцену, давайте ее поприветствуем. Да, человек, которого я долго разговаривал, фамилию. Обязательно, да, обязательно процедура. А еще, может быть, пару слов. Спасибо большое, если честно, не ожидали. Огромное спасибо Наталье Шевцовой, которая нам помогла с этим проектом. Точнее, она и была инициатором этой идеи. Но она сейчас лежит в больнице. Все поддержим ее. Наталья Шевцова, выздоравливай. Мы все любим тебя. Спасибо большое. Поздравляем, Вань, тебе большое спасибо. Спасибо, Иван. Идем, Рудель. Иван Лебедев. Друзья, ну а вот теперь то, ради чего мы поднялись на эту сцену. Вань, я тебя понимаю. Пушка слепит так, что я уже перестала себя слышать даже, не то что видеть. Значит, мы считаем, что любовь – это взаимовыручка, это дружба. Поэтому мы сюда пришли, вот сейчас на эту сцену, чтобы выручить одного человека. Одного хорошего человека, я бы даже сказал. Я бы назвал его
поющий ведущий. Хотя многие утверждают, что пьющий. Объявляйте. Поющий ведущий. Я и говорю. Роман Сафронов в песне «Эти глаза напротив», друзья мои. Роман. Эти глаза напротив, калейдоскоп. Пожалуйста, определение пиар. Да простите.